Ева, что случилось? Папа, на площадке одни мальчики, и мне не с кем играть. Так там же есть девочки. Да, малявки трехлетние. Я хочу себе подругу. Сейчас я нарисую себе самую лучшую подругу. Она будет идеальная. У моей подруги будет голова. У нее будут глаза. Йиппи! Ну да, какая подруга без глаз? У нее будет нос. У нее будут волосы. What? А одену я ее в красивую блузочку. Ну вот и все, моя идеальная подруга готова. What? Nice. Спокойной ночи, моя идеальная подружка. Ой, а ты кто? Как кто? Твоя лучшая подруга. Ты же меня вчера сама нарисовала. Ура, у меня есть подруга! Давай будем играть. Давай, но сперва давай сделаем зарядку, почистим зубы, позавтракаем и тогда поиграем. Но ты же хотела идеальную подругу. Ладно. Сахар вредный для здоровья. У-ла-ла. Ми-ми. Ну, а теперь давай играть. Давай сперва посуду помоем, пол подметем, пыль протрем, и тогда и поиграем. Отличная идея. Просто класс. Нужно переодеться, а то я вся вспотела. Я нашла ее! Ура! Ну что, давай играть? Да как же я могу тут играть, если тут такой бардак? Давай сперва вещи сложим. Я вообще поиграю сегодня когда-нибудь. Oh, no! Правда, мы весело проводим время? Ага, кому расскажу, обзавидуются. Ну а теперь давай играть? Знаешь, я уже устала. Что-то она чересчур идеальная. Привет, подруга! Привет! А чем ты тут занимаешься? Играю. Играешь? Давай вместе!
А где же твои игрушки? Я не игрушками играю, а на фортепиано. А ты не хочешь попробовать? Нет, я лучше накрашусь. Ой, как весело! Давай вместе! Давай! Вау! Все, теперь ты доставай свою. What? Я уже. Как? И это все? Ты чего не красишься? А я уже накрасилась. What? Ничего не вижу. Давай я слегка подправлю. Зато видно, что накрашенная. И тебе надо что-то другое надеть. А это что, плохое? Ну мы же не на родительское собрание идем. Неси все, что у тебя есть. Что ты по одному носишь? Давай все сразу неси. Ну, это все, что у меня есть. Как, у тебя только два платья? Девчонки должны быть всегда разными. Ну, я носки часто меняю. Понятно. Bingo! Сейчас. Вот так-то лучше. У-ля-ля. Ну а теперь можно и на улицу идти гулять. Как я в этом на улицу пойду? Мне стыдно. У-ля-ля. Вас идеальных не поймешь. О, кто-то пришел. Заходи. Давай поиграем. Что, опять будем посуду мыть и вещи складывать? Не, не хочу. А что случилось? Ты уже сама все сделала? Нет, просто я с тобой уже не хочу дружить. У меня теперь есть новая подружка. What? С ней мы играем по-нормальному. А это как? Ну а как девчонки играют? С куклами там играют, прически им делают, коляски катают. Ну короче, посуду мы не моем и пыль тоже не протираем. Ева, я тоже могу быть как и все. Что-то не верится. Давай покажу.
Ну что, Дарина, дадим ей шанс? Давай. На, играй. Что, не умеешь? Да нет, умею. У-ля-ля. Ну как что? Вещи складываю. А что должна делать? С куклами играть. Ты не можешь играть, как и все. Нет, могу. Ну давай еще проверим. Вот видишь эту тарелку? Положи ее в мойку, но мыть ее не надо. Это просто. Пошли! 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 Забудь про эту тарелку! На, играй! Ева, я в туалет схожу, ладно? Можно и поиграть. Что, все-таки пошла и помыла тарелку? Я же тебе говорила, что ты не сможешь быть другой. Ева, так давай я с тобой буду дружить. У меня дома такой беспорядок. Развлечешься? Ребята, не старайтесь быть теми, кем вы не являетесь, а будьте сами собой. Пока! И не забудь поставить лайк.